Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем с вами Великую Арену. У нас второй раунд. И по совету одного из подписчиков, значит, рассказываю итоги прошлого раунда. То есть даже если они известны, то, тем не менее, повторюсь. Я думаю, ничего, никто от этого ничего не потеряет. Победили. То есть он, насколько я помню, даже не стал атаковать. А, нет. Пробовал атаковать. Слушай, а что-то я проглядел. 7 попыток он вжарил, но... К сожалению, безуспешно. К сожалению для него и, к счастью, для нас. Хорошо, поехали дальше. Сегодня у нас Exit 13, и у него тоже наблюдается Лего, легенда Рей. Одета она не против Палпатина, то есть здесь атаки, скорее всего, мало, да, всего 8700. То есть для Палпатина она особой угрозы не представляет. Поэтому Палпатина я взял на этот раз в атаку, и он, судя по всему, Легу тоже взял в атаку. Но это не факт, то есть здесь, потому что у него стоит что-то реликтовое, но не сильное. Внизу у него установлено, поставлено, выставлено, тоже немножко реликтовое, но не сильное. А вот позади, возможно, нас ждет ошибка. Не ошибка, а ловушка. Ловушка императора, так сказать. То есть вполне может быть, что там стоит Рей. Поэтому легенду мы пока что ни в коем случае не спускаем. Наша основная задача без экономии ресурсов закрыть раз, два, три пачки. Ну, эту пачку, естественно, тут как бы без всяких яких туда заходит Малок. Малок нам не понадобится при закрытии Рей, если она там будет. Поэтому можем его, собственно говоря, спускать и поехали сразу в бой. Кстати, не посмотрел, сколько эффективности на данный момент у Энакина. Но я думаю, это особо значения не имеет в данном паке. Эх, не готово. Так, подсоснем, малеха. Нафиг твой глаз. Хорошо, хорошо, хорошо. На, еще сюда. Опять получил глаз. Ждем, 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 ждем. Так, все, сейчас ультанем и накроем его. Отлично, следующий у нас Энакин. Сразу леща. Ну, вот это понятно. На, еще сверху. Не, эффективности, судя по всему, у него нет. От слова вообще. Иди к папочке. Ну и осталась у нас только дамочка. Сейчас должна дать прохил, по идее. Да, вот и прохил пошел. Хорошо. Сюда. И завершаем все лещом. Красиво. Люблю лещика падмы раздавать. Так, далее. Ну, Дуку и Ват. Пока оставим КЛС. КЛС пак хитер. КЛС пак даже в такой прокачке представляет для нас некоторую угрозу. Архан, опять же, будет ходить первым. Следовательно, что? Следовательно, что? Можно, в принципе, с Ревана сюда слить. Потому что сюда с Ревана мы, наверное, сливать никуда не будем. А вот Древана мы сюда куда-нибудь подольем. Да, по идее... Блин, лишь бы гвард не упал. Верный друг. Вначале ход дает охрану самому слабому союзнику и хану Соло. До тех пор, пока Чубака не погибнет. Самому слабому союзнику и хану Соло. Ну, то есть он, по идее, должен дать себе и хану Соло. На КЛС это он вряд ли даст. А справится тут с Реван? В теории должен справиться. Но это ж только в теории. Здесь у нас здоровья защиты не так уж и много. Лидерка тут что дает? Так, обороне. Ну, 50% к обороне нехило. Разгон тут идет. Этот личное его. Ну, по идее, должны затащить. Основная задача... Сейчас посмотрим, на кого он кинет гвард. Ага, на себя он, значит, кидать его не может. Неплохо, это хорошо. Потому что я думал, он кинет на себя и на хана Соло. Но на себя он кидать его не умеет. Значит, нам это только в плюс. Поэтому мы его выносим.
Все, гвард у нас спадает. Забираем Рхана. Забираем Рхана. Серьезно, какое нахер отражение удара? Ты псина. Ой, ты псина, конечно. Отжираемся чуть-чуть. Восстанавливаем защиту. Эх, не успели, один стяг просрали. Ну ладно, не страшно. Так, здесь пачка противная на самом деле. Здесь надо первым забирать вата. Против них хорошо отыграет либо супергрубая сила, либо контроль, либо жесткий контроль. Вот, кстати, насчет контроля. По идее. Кстати, законтролить мы можем как раз-таки с помощью вот этих пацанов. Так, а где у меня еще один? Вот этот пацанчик. Ай-яй-яй, не стоит этого делать. Очень хорошо, что он сейчас это сделал. Потому что, да, ну, тоже ушел в инвиз после смерти. И я его могу спокойненько атаковать. Так, теперь тут главное его подшухерить на станах. Все, отлично. Отлично. Да, 4 стяга потеряли. Да, есть такая история. Но я считаю, все прошло неплохо. Так, позади смотрим. Нет, здесь нет Рэй. Великолепно. Просто шикарно. Тогда смотрим. Сюда имперские штурмовики сразу идут по старой накатанной схеме. Раз, два, три. Да, я думаю, сейчас у нас особых проблем не возникнет, потому что у нас остался Древан, у нас остался Легенда Палпатин. Наша основная сейчас задача просто как можно чище отыграть. Сейчас нам было бы неплохо вернуть наши утерянные 4 стяга. Эх, не надо было массовку давать. Денгар, падла такая. Есть. Отыграем мы 4 стяга, наверное, за счет Палпатина. Так, давай выносим те пачки, которые мы точно знаем, как выносить. Которые у нас есть 100% контры против них. Так, а жуки тут у нас что? Это кто такой жирнющий? Санфак, что ли? Да, Санфак такой жирнющий. Так, хорошо, но все остальные здесь слабенькие, поэтому мы делаем вот так и делаем Сиона. Пойдем вдвоем, как обычно, нивелируем потерянные стяги, а мы их потеряем за счет меньшего количества персонажей в бою. А, тут шпиона нет. Слушай, это супер неординарный пак жуков, который я когда-либо видел. Тут реально нет шпиона. А почему? То есть основного дамагера нет. Ну, почему санфак в отряде, я понимаю, он для жира. Потому что здоровье и защита между ними разделяется. За счет лидерки альфы или уникалки, я уже не помню. Солдат для разгона. Атаковать-то кто должен? Верзила? Ну, в теории-то да, конечно. Но не с таким альфой. С таким альфой он атаковать не будет. Так, откатываем мобилки на раз. Делаем так. Делаем сюда. И немножечко... Эх.
Кропалика не хватило защиты добить. 54 стяга. Так могло было бы быть 55. Так, триумвират, мишки и имперские штурмовики. Хорошо. Пока на это мы ложим бубенца. Здесь. Что по скоростям? Но здесь не должно быть... Ой, траун в атаку, серьезно. Бляха, братан. Траун в атаку. Ну, это, конечно, нам. Это, конечно, да. В трауна нельзя... А, подожди, нельзя давать. Можно давать, потому что за счет страха у него обилки откатились. Поэтому раскол, он даже если сходил бы, он не положил бы на нас раскол. Ничего страшного. А, сюда тогда легу. Угу. Раз. Два. Ну все, пацаны, начинайте ходить. Да, давайте, ходите, ходите. Ну-ка, запрет на прохил, конечно, мне тут... Ой, как не нужен. Я знаешь, наверное, как сделаю? Я, наверное, сделаю вот так. Я, наверное, сделаю вот так. Заберу этих двух, а потом на КБМ попробую просто-напросто отхиляться. Я не буду в ульту переходить. Не-не-не, пока не уходим. Бляха, провокацию перевесил. Ты серьезно, братан? Да, дамага, конечно, у нас гулькин хуй. Штурмовик, дай провокацию, пожалуйста. Молодец. Так, хорошо, сюда. Сюда. Так, теперь этого дядю надо... Бляха, этот с провокацией теперь бесить будет. Потеряю ее. Молодец. Ух. 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 Ну все, остался один друголетчик, дружочек. Подожди, а что-то мы его вообще не дамажим. Да. Не, просаживаем потихоньку. Он, конечно, отжирается, по крайней мере, пробует. Но у нас, видишь, дамаг крайне маленький. Эх, не добили. Контратака. Сюда. Сюда. Вот так. И добивочка пошла. Нет. Да. Отлично. Два стяга из потерянных отвоевали. Дальше старики. Старики, это неинтересно. Вот триумвират меня интересует. Мишки меня интересуют. Триумвират. А что, кстати, по скоростям у триумвирата? 205 207 210. Пошел, дружочек. Дружочек-пирожочек. Я знаю, что они снимают отрицательные эффекты, но для того, чтобы снять отрицательные эффекты, они должны сходить. А если они этого не сделают, то они отрицательные эффекты не снимут. Следовательно, еще два стяга. Все, мы вернули потерянное практически. Так, мишки эвоки.
Мишки-эвоки. Ну, по идее, Палпатин Траун. Не, давай мы, наверное, вот таким образом возьмем. И вот таким образом. А подожди, там есть Лагрей? Так, нет, здесь есть Уикед. Здесь есть Уикед, Чирпа и Старейшина. Лагрея нет. Тогда жуки. Тогда жуки. В количестве две штуки. Ну, у нас их будет, конечно, трое. И не потому, что мы читеры, а потому, что так позволено. На. Сразу же таким образом. Так, вот этот будет ходить раньше. Бляха, успеет сходить. Но у нас еще прохил есть, ничего страшного. Пока нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Бляха, ну что значит пока нет? Надо было хиляться, твою мать. Я просто думал, что они еще поживут немного, но они, сволочи, не пожили. Так, имперские штурмовики. Имперские штурмовики без Z, без скоростей. 210. Понятно, тут даже смотреть нечего. Такая же история. Ну, по идее, так. Тут мы начинаем и раздаем красиво стан. Серьезно? Я просил красиво раздать стан, Палпатин, ты... Ай, ты падла такая. Вот я тебе серьезно говорю, вот 100%. Будь бы это мои имперские штурмовики против Палпатина, исходил бы Палпатин, все сразу бы получили стан. Какого хера ляда тут происходит, я не понимаю. Так, ладно. Старики. Старики тоже такие себе на самом деле. Давай мы сразу по ХП пройдемся. Меня скорости тут мало интересуют. Меня интересует только ХП. Я, кстати, говорю про ХП, при этом посмотрел на скорость и закрыл. Так, мизер. Здесь у нас что? Мизер. И здесь... О, ну здесь будет уже что-то, да. Так. Тогда, наверное, имеет смысл... сюда загнать... Бляха, можно кого-то прям сильными такими загнать со скоростями, чтобы они не успели даже сходить. Но кого? Траун, мародер. Ну, почему бы и нет? У нас есть супер дамаг, у нас есть раскол. Мы делаем каким образом? Мы делаем вот... Стой. Мы делаем вот так. Мы делаем вот сюда. Твою мать. Без бафов, конечно, он... Спокойно. Надо было, наверное, все-таки бафов дождаться, а потом уже... так. Это при условии, что у меня мародер одет в атаку. Смысла от его атаки вообще нет. Ну, блин, не успеем, не успели. Один стяг потеряли. Ладно, не страшно. В среднем мы в любом случае зачистили почти на 54 стяга. Это очень хороший результат, с которым он точно не справится. Здесь. Злорадство сюда, переговор сюда. Да, в принципе, наверное, да. Сюда мы пускаем злорадство. Даже пойдем крайне неполным составом. По идее, нам должно этого хватить.
переговоры тоже возьмем не полным составом, чисто возьмем базу нашу основную, которую мы всегда берем, и возьмем... Кого еще добавим? Плакуна. Точно, Плакуна добавим, просто чтобы восстанавливать защиту и здоровье. Так, кому бы тут хотелось дать стан? Тебе, наверное. Дали, проверяй. Станы сегодня раздаю просто налево и направо. То бишь нет. Ну серьезно, мы ж никому... Кому мы за сегодня успели стан дать? Как только я на него рассчитываю, он тут же идет сразу же нахер. Бляха, еще и тревога подоспела. До свидули. Стан. Есть, смотри. Один стан сегодня у нас все-таки проходит. Скотина. Ну не страшно, не страшно. Злорадство в атаке крайне плохо отыгрывает в плане сохранения стягов. Так, а вот здесь у нас уже должно быть поинтереснее. Хотя, с другой стороны, поговаривают, бытует мнение, что Акбар — это легенда, контра Балабола. Я даже не вижу смысла, как бы, в этом сомневаться, если честно. Хорошо. Отлично. Бляха, он со своим глазом, конечно... О! Со своим глазом покошмарит маленько. Так, теперь мне надо очень много дамага для того, чтобы успеть забрать его. Грей, ты ж такая падла, ты понимаешь это? Просто взяли, засрали мне стяги. Еще и БТЛ тут. Здравствуйте. Так, сюда. Да-да-да, я уже думал, он массовоньку еще даст. Добивай. Ну и здесь тягов немножко потеряли. 66. Оба флота на 66. 2684. В принципе, это достаточно неплохой результат. Я сомневаюсь, что он его повторит. Но с другой стороны, у него была слабая оборонка. То есть у него в атаке осталось очень много сил. Давай, кстати, посмотрим, кто у него в атаке остался. Ну, по флоту у него сразу видно, что идет злорадство. И... А, кстати, тоже переговорщик есть. Ну, тогда довольно странно было вообще тогда увидеть ЮБТЛа в защите. Надо было его тогда брать в атаку. Но он, судя по всему, с клыком будет атаковать. Хорошо, а по персонажам у нас какая история? Рэй, легенда, РСМ. Дальше Гэс, Древан, Среван. Гривус, на секундочку. Слушай, у него есть на самом деле кем атаковать. То есть он чисто решил играть от атаки. Интересно, интересно. Очень интересно будет посмотреть на итоговый результат. По подвигам что-нибудь получилось? У нас, кстати, какой-то подвиг даже получилось выполнить. Странно, откуда он такой взялся. Так, ладно, хорошо. Тогда по итоговому результату мы узнаем уже в следующей серии. Так что, если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. И да пребудет с нами сила.